духовному развитию. У вас есть дети? Да. У меня взрослая дочь живет в другом городе. Вам хочется замуж? Иногда. В основном нет, да? Нет, в основном да. Смотрите. Я боюсь, что это остановит меня, допустим, в духовном росте. Как-то перенаправит меня. Ну, поэтому действуйте избирательно. Вы как бы настроитесь выходить замуж, но не настроитесь не выходить за человека, который не развивается духовно. Ограничить выбор, да. И женщины должны знать, что если женщина привязалась к комфорту, внутреннему комфорту одиночества, она никогда не выйдет замуж. Потому что женщине лучше всего хорошо, больше всего хорошо любой женщине, только с самой собой. Это самое комфортное состояние для женщины — быть самой собой. Это состояние мышки-нарушки. То есть села в норку, и все хорошо. Когда женщина стала мышкой-нарушкой, она не сможет выйти замуж просто в принципе, потому что она всегда будет сравнивать жизнь с этим человеком со своим комфортом. Если она это сравнивает, то шансов выйти замуж нет. Сейчас, скорее наоборот, женщины ведут более активную жизнь, а мужчины сторожат диваны. Это понятно, но я говорю о внутреннем состоянии. Женщина может вести активную жизнь, но она при этом будет привязана к своему статусу кво, будем так говорить. Это и есть мышка-нарушка состояние. Нужно стараться из этого состояния выходить и искать мужчин. Да. Спасибо. Нужно его не искать, а настроиться, что он должен появиться, я готова принять. Женщина не ищет, она просто настраивается. Когда она настроится, то ее начинают искать. Женщины в основном не готовы настроиться выйти замуж. Они в основном боятся. Но если настроилась решительно, начала о всех заботиться, служить, то сразу пошла волна.